по подозрению в совершении разбойного нападения с применением оружия на офис коммерческой организации сотрудниками уголовного розыска задержана молодая женщина. Преступление это было совершено 17 августа текущего года. Утром в офис коммерческой организации зашла неизвестная, лицо которой скрывал чулок. В руках у злоумышленницы был пневматический пистолет. Им она угрожала работнице фирмы и несколько раз выстрелила в камеру видеонаблюдения. Из кассы было похищено около 100 тысяч рублей. По данному факту, в 6-м отделе полиции управления МВД России по Нижнему Новгороду было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Разбой». Подозреваемой 24 года, она работала фотомоделью. По данным полиции, девушка в последнее время жила и работала в Москве, но периодически навещала своих родителей в Нижнем Новгороде. Сотрудники уголовного розыска задержали ее на московском вокзале в вагоне поезда, который следовал в столицу. Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, вины своей не отрицала и обещала вернуть потерпевшим похищенную сумму. В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие.